Всем привет! Сегодня мы будем делать бомбочку для ванны. Для бомбочки нам понадобится две части соды, одна часть морской соли и одна часть лимонной кислоты. Смешиваем соду морской солью. Морскую соль и лимонную кислоту мы измельчили в кофемолке для того, чтобы все компоненты бомбочки лучше скреплялись. Теперь добавим растительное масло. У нас масло грецкого ореха, несколько капель добавляй. И опять тщательно все перемешаем. Основа для бомбочки готова. Мы решили сделать две бомбочки. Для этого нам что нужно сделать? Разделить эту смесь на две части. Правильно, разделить смесь на две части. Сколько у нас грамм? 400 грамм соды и 200 грамм морской соли. Всего вместе сколько получается? 600. 600. Если поделить пополам, по сколько грамм должно получиться? 300 и 300. Что ты выбрала? В эту тарелку ароматизатор крем-сода и зеленый краситель, а в эту малиновый краситель и клубничный ароматизатор. Красители добавляем капель примерно 10. А ароматизатора капель 15. Розовая основа готова, теперь таким же самым образом сделаем зеленую. Давай, делай. Лимонную кислоту мы тоже разделили на две части. И теперь что? Будем высыпать. Добавляй. Молодчинка. После изготовления бомбочек оставим их сохнуть на ночь. И колёсочка. Вот такие бомбочки у нас получились. Будем сейчас испытывать бомбочку. Она плавает, да? Почему могут не получаться бомбочки, мы расскажем в одном из следующих видео. Всем пока!